Фарадей объяснил возникновение ЭДС в проводниках, движущихся в магнитном поле. Роль сторонних сил играла магнитная составляющая силы Лоренца, действующая на движущиеся вместе с проводником заряды. В это скорость движения зарядов. Возникала ЭДС индукции, которая была условлена циркуляцией вектора напряженности сторонних сил по любому замкнутому контуру. И первопричиной возникновения ЭДС Фарадей считал возбуждение тока в проводниках. Максвелл сумел предложить объяснение другого случая, когда у нас нет проводников и нет движущихся зарядов. В этом случае возникает ЭДС. Возникает ЭДС, обусловленное возникновением электрического поля, обусловленного изменением магнитного поля. Циркуляция этого электрического поля по любому замкнутому контуру теперь будет связано с изменением потока. Частные производные отражают тот факт, что у нас неизменная геометрия контуров. И причина возникновения ЭДС-индукции – это возбуждение электрического поля. По Максвеллу возникновение тока в проводниках – лишь одно из проявлений электрического поля. Возможны и другие, в чем мы сейчас убедимся на эксперименте. Например, возникновение разности потенциалов на пластинах конденсатора.